И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же с модом Extinction Core. И сегодня мы займемся не только Extinction Core, но и, самое главное, стимпанком. Установил вот эту вот печушечку, немножечко сделал ресурсов, закончился сраный камень. Подобывал камень, думал, вот сейчас-то я тогда был много камня и построю, как много фундаментов. Короче, много фундаментов не построил. Камней нифига нету. Вот, пока что еще в задумках, раздумках, думаю, как вообще лучше сделать площадку и все в таком духе. Никаких пока идей нету о том, что строить в плане постройки глобальной. Но это все потом. Сейчас же мы идем... Не, Мантис пока... Посмотрим. Вообще, почему я задумался о том, вот, видели, да, сверху Альфа Мантис был написан. Я задумался притомить сначала Альфа Дерикуруса, Альфа Анкилуса. Но, я думал, есть же Мантис. Но, в итоге я склонился немножечко к другому. Вот к этой штуке. Посмотрим вообще, что получится с этого сделать. В целом, что мне нужен? Copper Plate, Leather, а все остальное у меня уже есть, кроме цементной пасты. Кстати, цементную пасту я бы рад поставить делать, но у меня нету камня. Пара-пара-пам, а у меня еще и хитина нету. Прикольно, одним словом, прикольно. О, хотя нифига, 200, вот почему у меня нету хитина. Ну ладно, отлично, уже всяко получше, уже всяко неплохо. Шмотки, как говорится, я тебя слепил из того, что было в одной песне. Чё нашел, то и надел, вот и все. А, кстати, интересно, а ты у нас чё требуешь? О, отлично, могу тебя сделать, отлично, отлично. Пока есть такая возможность, надо ставить, надо делать. Потом не будет такой возможности. Поэтому лучше сразу поставить заранее, пока есть такая возможность, как я уже сказал. Steampunk Workbench. Для этого у меня есть все ресурсы. Это мы можем уже поставить. Без заморочек оно ставится хоть куда, куда хочу. Так, это у нас Steampunk Plate. А, йоу, серьезно? Так, плейт. Где стрелка? Где стрелка потерялась. Плейт. Плейт у нас делается в прессе. Может быть создан только в Steam Workstation. Steam Workstation. Бляха-муха, это я смотрел в инвентаре. Не знаю. Не спрашивайте, почему рецепт есть в инвентаре. Вот, теперь больше похоже на правду. Да, вот, нужно будет обязательно Steampunk Drill поставить. Нужно будет, кстати, точно, Айс. Я когда лазил, вспомнил про вот эту фигню. Copper Plate. Да. Че мне только копперплейтов не хватает. Окей, мне нужен делать порез, как я понимаю. Это, а, Крисмас. Нет. Так, давай идти от противного. Electric Steam Workstation. Steam Sortir. Это так. В общем, смотрим то, что не требует Copper Plate, то есть пластины. Я вроде бы всегда только так находил. Ну, не требует только Steam Workstation. Ну, давай стряпать его. Блин, цементная паста, конечно, тратит, но он огонь. Ну, ладно, будем искать тогда бобриные хатки. Так, давай дальше. Пока я буду ставить все вот сюда, дальше будет видно, что как где. Угу. Workstation нам дает ровным счетом ни черта.
Вот, кстати, hit me spoiler. Ну, ладно, пофигу. Слушай, какая-то шляпа, если честно. Я понять не могу. Copper Foundation. А не многовато ли ты будешь тратить ресурсов в Copper Foundation? Так, ты у нас что? Ты у нас просто это... Слушай, я понять не могу, а через что мне тогда делать? Если все требует Copper Plate... Что-то такое ощущение, что надо смотреть какой-нибудь вики. Тупость. Industrial Copper Forge. Это единственное, что я нашел из того, что... Цементная баста. Из того, что... Ну, кстати, вроде бы да. Ладно, вроде бы это оно. Но для этого мне нужен цементная паста. Цементная паста — это у нас хитин, естественно. И камень, камень. Камень мы лутаем топором. Да не... Да просто топором. Чё-то я, походу, делал фигов. Начал заниматься стимпанком. Если уж на то пошло. Или притомить простых. И не заморачиваться с альфачами. Наверное, притомлю простых. Не будем заморачиваться с альфачами. Почему? Ну, потому что я так хочу. Сделаем. Так. Делаем. Бля, хамуха. Прикинь, просто нет камня на седло. Понимаешь? Нет камня на седло. Ой. По привычке, по рефлексу нажал не на ту кнопку. Ну, камни на седло Дедекуруса, это, конечно, да. Это у меня такого, по-моему, ни разу не было. 15 камней, чтобы у меня вообще не было, это, короче, да. Так, седло Дедекуруса. Так, что у меня тут? У меня есть седло... Ой, по микрофону ударил. Кастридеса. Так, вот и сюда, сюда. Что у меня здесь есть? Платок... Ну, всякая фигня, короче. Так, для этого мне нужно вот это вот. Также мне нужно опиат берем. Пригодится все. Кстати, да, давай все. И овощей. Овощички. Возьмем, наверное, да? Каких у меня больше, каких у меня меньше. Давай брать морковча. Ну и картофельча тоже. Давай. Пускай будет. Так, а что, у меня лимон получается вообще нету, да? Ну да. Ладно. Замечательно. Дальше. Идем искать Дедекуруса, к примеру. С самого первого начнем. Дедик. Дедик, дик, 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 дик. Дик, дик, дедик. А еще на Г. Я, конечно, молодец. Было бы смешно, если бы я нашел бы в итоге Дедекуруса. Ища на Г. Ого. 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 Так, это у нас какой левел? Блин. Ага, я понял. Добрый вечер. Вот ты. Нифига себе. Весело, как у вас тут. Да, кстати, я тут немножечко... Подожди, это не тот. Это не тот. Попутал их местами. Прокачал немножечко аптерчиков на скорость. И типа, думаю, нормально. Так, лучше в полете качать. Оп. Но, что самое главное, я вспомнил, что в стимпанке есть холодильник. И вот, кстати, надо холодильник срочно строить. Во-первых, он... Там еда не портится, вроде бы как, не помню точно. А во-вторых, он делает из воды. То есть, если подключить его к воде. Но у меня есть Boring Water Kit. То есть, я могу в любом месте поставить скважину и не заморачиваться, где что как будет стоять. В общем, подключаем и делаем ледок. Ледок, холодок делается... Ну, то есть, там что, мороженое, что ли, называется?
И он ускоряет 11. То есть это прям... прям супер будет. Ну а сейчас летим. Томим Диди Куруса. Я вот, конечно, сейчас лечу и думаю. Во-первых, в том районе тусили виверны. Вот в том районе тусили виверны. А во-вторых, я играю не на... Не просто так. Я играю с модами. Что здесь может такого тусить? Так, ну грифоны это понятное дело. Но мне прям, если честно, очень даже страшно здесь тусить. Хотя вроде бы нормально пока что. Вроде бы. Это, пожалуй, самое главное сегодняшнее слово. А, добрый вечер. Говорю, добрый вечер, падай вниз, дебил. А, отлично, спасибо. Ты пошел. С другими воюй, не со мной, пестек. Так. Ну, допустим. Конечно, плюс в том, что его никто не убьет. Минус в том, что я его не могу притомить. Он ровно козел по центру. А с другой стороны... А, мне не пофиг его. Лей. А? 95, 85. Какая нафиг разница? Ведь так? Думаю, наверное, я... Так, давай дистанция. Ну да, из ближайших. Вот, вот здоровье больше. Значит, остальных статов меньше. А какая нафиг разница мне насчет статов? А? Кто-нибудь мне скажет? А я скажу сам. Никакой. Так. Отлично. Красиво. Самое главное сейчас не перебздеть. Отлично. Лишним ничего не бывает. Тем более кератин. Надо посмотреть вообще, дропаются ли ресурсы здесь. На это. О, добрый вечер. В общем, есть ли где место, где можно залутать этот кератинчик? Ну, просто подошел и залутал кератинчик. Вот примерно так. Так. А сколько там тебе нужно? А ваш чичик? 14. Ну, допустим, ты прожорливый. Так. Ну, допустим, ты очень прожорливый. Ну, еще голодайся. Я креапот не взял. Ну, я и балбес. Шарик, ты балбес. Хотя бы креапот бы мне бы очень сильно помог. Ага, ты еще остальные вообще захавал. Красава. Креапот бы мне очень сильно... Ой, добрый вечер. Очень сильно бы помог. Добрый вечер. В том плане, что... Ты дурная, ты, господи. Я ж тебя даже не заметил, как ты подползал так близко. Ой, а ты чем таким плюешься нехорошим? Такс, допустим. И... Первого сортинка. Тоже нормас. Во, нашел. Долго валяться будет. Ну, отлично. Вместо того, чтобы заглянуть в инвентарь, я подобрал какаху. Лови какаху. Так. Что же мне с тобой делать, да, теперь?
Куда ж мне тебя спрятать, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, допустим, давай сначала поставим тебя сюда. Поставим тебя на пассивку. На пассивку и отсвистываем от себя. Летим срочно до дома и за... Блин, это было очень как минимум тупо. У меня как минимум два креопода есть. Я, дебил, ни один не взял. Вот это ужас. Просто реально, я настолько привык играть с модом на телепорт, что я просто уже забыл про вот такую элементарную фигню, как взять креопод, потому что он, собака, у тебя есть. Давай. Отличненько. Тейкс. А ты сиди дальше в скале. Так, теперь погнали за анкилкой. Наверное, но не факт. Почему не факт? Давай, грузись уже, бедолага. Вот. Очень большой список. Анкилозавр. И по левелу давай. А почему не факт? Потому что... О, рядом еще и топовый. Отлично. Ой, далеко. Отлично. Рядом топовый. Гарцуем прям на всех парах. А, потому что мне нужен будет овощи. Овощи это да. Овощи наше все. Овощей, да, я тут лучше залутал. Овощей у меня фиг да нифига. А, можно так сказать, что нифига. Поэтому мне нужно будет обязательно... Прыгай, не хочешь? Ну и пошел ты. Вот. Ой, добрый вечер. А, мне нужно будет... Виверны, отлично. Этих индюшек надо будет поискать обязательно. И формировать индюх. А, потому что с них дропнутся овощички. И это мне должно уже немножечко помочь, скажем так. Немножечко. А может, немножечко, я откуда знаю. Ну, в общем, в любом случае, мне нужно индюшатину сейчас искать. И желательно, чтобы она от меня огребалась, а не я от нее. Скелетик. А вот это интересная штука. Хотя, можно как-нибудь добыть. Вообще никогда. Ну и пошел ты. Хоп. Так, погоди. Ну, может, все-таки? Нет, так нет. Блин, так и хотелось. Вообще, ни капли не хотелось. Так, здесь должен быть скелетон Брантозавр где-то тусить. Как мы прекрасно помним. Его вряд ли кто-то убил. О, добрый вечер. У Сего 50 левел. Так что фиг на него. Да, вот он, простач. Скелетоношный. Так, ну ладно, поищем индюх. Я так подумал, а нафига мне искать вручную индюх, когда у меня есть список индюшатина. И для этого мне нужно всего лишь их найти в списке. И не факт, что они есть. И есть. Все-таки на английском языке они. Их дофигища. Давай по дистанции. Нафиг у меня вот это вот и все. Их очень много. Ну да, и они все находятся. Явно не в пустыне. Погнали. Здесь уже легко. Типа было бы чего убивать. И да, вот они, овощички. Отлично. Все легко и быстро. Так, соответственно, остальных мне пофигу, как таковое, да? О, добрый вечер. Естественно, вы на меня все осагритесь, но мне на вас пофигу. Ой, так. Из ближайших... Ну, может, еще одну и столько. Главное, на трайбанов случайно не нарваться. Вот это будет веселье. Когда охотник становится жертвой.
Отлично. И, ну да, тоже немножечко овощей. Это хорошо. Все, текаем. И теперь уже ищем анкилку. Анкилозавр. Только не по дистанции, а по левлу. И вот ты. Ей! 3000. Оказалось, так близко было. И ведь реально, анкилка тусуется под вивернами. Ну, все ближе-ближе подлетаем, и где-то здесь. Тут прям вот начинается зона спавна виверн. Ну да, вот они. И это дерьмовая идея, под них пытаться лететь. Ну да, вот она уже согрелась, овца. Иди в жопу. Ну и пошла ты. Офигенно. Оп. Не, ну еще то, что выносливость у меня до этого потрачена на полет. Это, конечно, да. Еще то веселье. Ха! Лошара! Ах ты ж. Сам вынырнул в этот блевотину. Так, погоди, а там кто-то сует. О, трайбманы, мать вашу, мать вашу, мать вашу. Вот вас-то мне и не хватало. Ой, иди в жопу. Так, приземляемся. Мне нужно восстановить выносливость. Отлично. Мне хватит. Так, а теперь надо повыше подняться. Ёп. Не-не-не, вот ты идешь в жопу. В сравнении с тобой трайбманы куда пострашнее. Ага. Вот это вы, конечно, да, придумали. Сгонял за анкилкой. Угу. Слышь, у тебя там молоко выкипает. Иди домой. Твар. Я сейчас слезу и дробаш возьму в руки. Не, мне просто интересно, она реально будет лететь до самого конца? То есть вообще премия отстанет? Она же должна когда-то отагриться. Теоретически. Но это не точно. Так, я куда лечу вообще не туда? Блин, это смешно. Но факт. Ха! Тупое отродье. Загрелось на другого птера. Все, свинтило. Фу, овца. Но как бы то ни было, это да. На кого там сагрелось, я не знаю. Но твар есть твар. Фух. Так, где там безопасное анкило? Ух. Нет, далеко. Тоже далеко. И снова далеко. И снова добрый вечер. Твою ж мать. Да что ж так далеко? Но ты, походу, самая близкая. Ну, да. Маленький лучик по пути. Да, тоже вполне неплохо. Ну и уже на полпути до цели.
Юнец анкилозавр. Твою мать. Альфа трицератопс. Замечательно. Хорошо, что я глянул, что это юнец анкилозавр. Точнее, я внимательно глянул, что это юнец анкилозавр. Ёперсете. Ну да, там же так и написано. Юнец. Ты чё, дебил, куда смотришь? Так, вот ты у нас... Какого левел? Естественно. Ну вот, примерно вот за вот этими, короче, что своим значит. Так, у тебя хп поменьше, значит, в остальное у тебя получше раскидано. Ну ладно. Плюс-минус те же самые расстояния. Блин! Уже второй кицелькуатль летит. Там один, здесь второй. А, ёб твою ж за ногу, господи, ты меня испугал. А это скелетон кицелькуатль. Я не знаю, агрессивный он или нет. Но я бы не хотел к нему подходить. А здесь агрессивные уроды всякие. Я к ним тоже не хочу подходить. И здесь агрессивные уроды всякие. А, ёб твою ж за ногу. Все-таки я правильно подумал, что здесь есть виверны. Знаете, что я так подумал? А ну мне надо анкилу томить вообще. Я ж бур собираюсь делать. Ну, и нафиг мне анкила? А, скажите мне. Нафига мне анкил? Я вот тоже не знаю, нафига мне анкил? Вот ты нафиг, короче, анкилу, пошли домой. Я так скажу, если две из двух анкилы, к которым я подбираюсь, охраняются вивернами, в жопу анкил. Не, сейчас анкил точно томить не буду. Может, альфа-очка там... Притомлю потом. Но не сейчас. Сейчас я только огребаюсь от виверн, когда пытаюсь томить анкил. Твою ж мать! Ну честно! Просто твою ж мать! Свали нафиг! Не трожь птичку! Сказал, птичку не трожь! Ох, мать твою! И летел-то вроде бы... Не низко. Козлы. Чуть опять терни потерял. В жопу анкилу! Нафиг, не. Вот, это явно показали того, что анкила, говорит, тебе нафиг не нужна. Ты же все равно буром будешь добывать потом все. Не, ну вот не стоит оно того. Козлы. Чуть птичку мою не поранили. Фьюх. Так, что у меня тут есть? Это проканает на тебя? Это на тебя не проканает. Так, жри. А, слушай, а может это на тебя проканает? Тоже не оно. Так, а вот так. Быстрее просыпаться должно. А, типа жарить захочет быстрее, но быстрее просыпается. Тикс. Давай. Все, хавай, короче, что только можно, что проснуться быстрее. Ой, ё-моё. Ну, короче, я себе приключений наподобывал тут прям вущ. Фух. Благо есть дробаш. Заряженный. Прям вущ было весело. В скобочках нет.
Зато здесь бегает Прайм Тушканчик. Это томить, что ли, можно? Или это просто глючит, типа, это фигня? Ну, допустим. Но зато самое главное, что вот, просыпается. Фух, красава. Отлично. Сразу же отхиливается. Так. Погнали, попробуем посмотреть, что там с тушканом. Где крепот? Вот крепот. А тебя? Вот сюда. В смысле? А! Дурное отродье. Пугает меня. Бежит такая отважная. Протухшее мясо, хитин. То, что нужно. Ёпарса, ты хорош меня пугать так. Но тебя что, притомить нельзя все-таки, да? Жаль. Так, я эту отключил. Трубу. Написано, типа, пассивное томление. Но там не было никакой надписи о том, как тебя томить. Какой ты шустрый, ужас просто. Какой ерундой я сейчас занимаюсь. Ах. Ну, вы поняли, короче, какой ерундой я сейчас занимаюсь. И он сразу, пиш, такой, нафиг, пошли в жопу, дебилы. А это просто тоже пассив. Слышь! Гнида мелкая! Верни на родину! Чё взял? А ты не подходи. Чё взял? А, пистолет взял. Точно. Забыл. Всё. Уже всё. Домой пора. Домой. Ха, чё муравьи? Это я, конечно, удачно зашел. О! А нормас так? А иди сюда. А иди-ка поближе. А иди-ка поближе. А вот так. А вот этак. Да, с текстуркой у тебя что-то явно не то. О! Здорово. Но! Мне пофигу на твою текстурку. О! Ты ж собака! Вот ж... скотины! Твою мать! Иди в жопу отсюда! Мелкое отродье! На тебе, скотина! Ну, хоть что-то было, под руку попалось и пошел ты! Задолбает! Что-то мне подсказывает, мне здесь вообще не рад, да? А то протухшее мясо. Домой, срочно домой. Дома всегда легче, лучше, тише, спокойнее, безопаснее. Приключение было на жопу у меня сегодня. Просто отпад. Не хочу больше таких приключений. Никогда так хорошо и весело анкилку не томил. Вообще никогда так весело анкилку не томил. Чтоб эту анкилку, ёшкин кот. Так, надо все сюда скидывать. Пиу-пиу-пиу. Чтобы меньше портилось. Что немаловажно. Зато и мир результал. Ксенокибл, кстати, это тоже какой-то универсальный под всякую фигню. То есть тоже вроде бы альфа-чей им томить, но это не точно. В общем, тоже как бы разберемся потом. Оу-е. А зачем я вообще ходил? А, я ходил за это, чтобы добыть камешка, чтобы создать... Короче, день был веселый. День был отпадный, я бы так сказал. И я бы еще больше сказал, но, к сожалению, я не добился того, чего хотел. Только процентов на 50.
Ну, зато за кадром полутаю камешек и так далее, и уже в следующей серии будем разбираться со стимпанком. Вот и я тоже так же устал, как вот этот чувак у меня на плече. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Ну и, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. Ну, то все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.